Dr. Abdullah. Assalamu alaikum. His Excellency Rustam Mikhanov, President of Tatarstan. Nice to see you. Good to see you. Welcome to... Oh, please. My brother. Cross-border investment in development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Добрый день. Айрликем баразгада. Я буду говорить на русском языке. Я представляю один из развитых, промышленно развитых субъектов Российской Федерации, Республика Татарстан. Она расположена 800 километров восточнее от Москвы, и основная часть населения, которое проживает, население около 4 миллионов, это мусульмане. А что касается цифровых технологий, технологии 4.0, я должен сказать, что это приоритетный проект не только для Республики Татарстан, в целом для нашей страны Российской Федерации. Какая инфраструктура? Прежде всего, это специальные площадки, это особые экономические зоны Иннополис, где и университет, и который нацелен на эту работу, и другие наши высшие учебные заведения. И, конечно же, очень серьезное внимание мы обращаем воплощение этих направлений в нашем промышленном секторе и также в госуправлении. Поэтому 4.0 потребует очень большой работы. Мы активно воплощаем эту идею, готовим людей. Мы начинаем со школы. Есть специальные IT-классы, где мы есть специальные центры подготовки, то есть ресурсные центры, где мы готовим, подготавливаем кадры. Ну и, конечно, вся инфраструктура высшей школы, она должна быть нацелена на подготовку специалистов, там, big data, там, цифровые технологии, использование в промышленности, в социальной сфере. Необходимо провести ту работу, которая позволят нам интегрироваться. То есть, во-первых, это 5G. 5G – это совершенно новые возможности, и у нас в пилотном режиме в нашем городе Иннополис эта система работает. Также я должен сказать, что уже более полугода в этом городе работает беспилотное такси. То есть я не знаю, где еще работают, но вот в нашем Иннополисе работают. То есть мы активно работаем с молодежью. Вообще очень важно, чтобы вся система образования она была пронизана и нацелена на то, чтобы молодые люди получили те компетенции, а те специалисты, которые уже сейчас работают, они должны иметь возможность получить дополнительное образование. То есть весь процесс образовательный, он будет постоянный.